Поступил вопрос, можно ли только на фортепиано аккомпанировать себе при чтении, значит, зачитывании, как правильно, рэпа. Я настолько сильно не разбираюсь в рэпе, что даже подумал, что у меня сходу получится продемонстрировать, что-то в ритм зачитать под фортепиано. Оказалось, что это довольно сложно, кто бы мог подумать. Но общая идея такая. Нам в минусе для любой, в принципе, современной музыки, особенно для рэпа, важно выделять вторую и четвертую доли. Это был худший битбокс на свете. Так вот, да, можно сделать какой-то остинато. Что-нибудь такое. Ну, это просто у меня фа, соответственно, там первая, седьмая, шестая. А другое дело, что довольно тупая затея, ну, луп гонять по кругу, если ты за фортепиано сидишь. Логично что-то импровизировать, а в рэпе для этого особого места нет. Так что прикольно с другими тембрами, когда, ну, развивается инструментал.